Знаєте, вже за традицією цього третього дня, цього тижня, ми з Машею вирішуємо піднімати такі дівочі теми. Сьогодні поговоримо про красу нашої шкіри, про красу нашого волосся. І до нашої студії завітала прекрасна гостя Наталя Дубовик, нутриціолог. І ми поговоримо з вами вже з професіоналом про сіті. Доброе утро. Ви знаєте, найцікавіше, що мене цікавить, яка різниця у нас між нутриціологом і дієтологом? Ну, дієтолог – це врач. Тобто, це чоловік, який учиться там 7-8 днів. 9 лет, у него есть медицинское образование, и он вправе назначать вам лечебную диету, именно медицинскую диету, которая направлена на излечение заболевания. Нутрициолог – это человек, который компетентен, это эксперт, который компетентен в питании, в здоровом образе жизни, и он в связке с врачом может как раз-таки образовать вот эту коллаборацию, когда человеку можно 100% помочь. То есть нутрициолог – это тот специалист, который предотвращает посещение диетолога. Тобто, якщо виникають якісь проблеми, да, з волоссям або зі шкірою, я одразу звертаюся до вас. Якщо ви не можете дати мені, скажімо, такими якимись порадами вилікувати мій стан, то я вже звертаюся до лікаря. Ні, немножко не так. Я би сказала, що человек, который обращается к нутрициологу, это человек, который заведомо внутренне уже согласился с собой и хочет вести здоровый образ жизни. Он не хочет, чтобы у него выпадали волосы, не хочет, чтобы у него были проблемы с кожей, чтобы у него вздувало живот, чтобы там был целлюлит, лишний жир и так далее, и так далее. То есть если человек принял решение работать с собой в комплексе, он обращается к нутрициологу, к специалисту. Зараз я сказала, не целлюлит, не те, думаю, одразу фея, вона вирішить всі мої проблеми. Знаєш, вона називає... Я даю, дівчатки, я даю удочку. Хочу. Я даю удочку. А рибку ви будете ловити самі, да? Клас. Ну і власне, про те, які продукти шкідливі, ну, зараз переважна більшість населення, вона знає. Ну, точно, що не варто їсти. Але... Слушайте, давайте пойдемо от обратного. Давайте посмотрим, як наше тіло реагує на дефіцити, які є. Тому що по тілу можна определити. Во-первых, кожа – це перший орган. Кожа у нас теж орган, секундочку. Это первый орган, который сразу же выдает проблемы в организме. Посмотрите друг на друга, на меня, то есть давайте... Ну, у вас все прекрасно. Ну, девочки, у нас тут у всех все прекрасно, потому что мы в гриме, в профессиональном. Мы никому про это могли не сказать, але мы знаем песни. Но да, все мы знаем, какие мы утром перед зеркалом, поэтому посмотрите на свою кожу, если вы видите, что она сухая, и там есть мелкие морщинки, не связанные с возрастом, это означает, что кожа обязательно извожена. Это раз. Ага. Если есть высыпание на подбородке, на нижней части лица, то это означает, что есть вопросы с половой системой, а именно с гормонами. И так можно по лицу отследить, собственно, все истории. Если, к примеру, у вас вы выщипали брови один раз в жизни, и они больше не растут, вот такая ситуация, кстати, была у меня и у моей мамы, то есть это реальная такие, история, да. Я выщипала брови в подростковом возрасте один раз, и они перестали у меня расти, это означает, что есть гипотиреоз. Это действительно так. То есть я столкнулась с тем, что у меня начались, ну там, некие вопросы, так скажем, со щитовидной железой. Это все было поправимо, но я до сих пор нахожусь вот в таком процессе восполнения своих дефицитов. Вот я вижу, кстати, у вас ногти не покрыты. Не, у вас не покрыты, да. Покрыты шлаком. Покрыты, у меня тоже. Да. У вас не покрыты, не покрыты, да. Давайте вот посмотрим по ногтям. Да. Тоже можно, я погадаю. Так, вижу жениха хорошего. Класс, мне подумать. Так, давайте посмотрим, потому что ногти нам и руки могут тоже о многом рассказать. Смотрите, если у вас трескаются вот здесь предногтевые валики, и есть, например, сухость в локтях, и вот здесь на косточках такая сухость, знаете, белесая бывает. Да, то это означает, что в вашем организме не хватает жирорастворимых витаминов, это витамин D, E, витамин K и витамин А. Но, опять-таки, я хочу сказать, что это не панацея. То есть то, что я сейчас рассказываю, это не значит, что вы после этого начинаете брать да, и пить витамины. Ни в коем случае. То есть вы задумываетесь об этом и уже идете либо к нутрициологу, либо там сами сдаете анализы, идете к врачу.
Следующее. Если ногти слоятся, это говорит о том, что первое, это не хватает биотина и есть небольшой железодефицит. Но я вижу, что у вас есть отслоение по ногтям, но я не понимаю, возможно, вы шеллак просто сняли неправильно. Это маникюр handmade. Нехай мне просто моя маникюрница Дарья. Я прийду до тебе. Дайте вторую ручку, пожалуйста. А, на вітак, вот если... Але в мене дійсно зараз дефіцит заліза в організмі. Да, і це дуже хорошо видно вот по вашому ногтику на большому пальці, якщо його потрогати, він такий вот горбатенький, такой ребристый. А если вы видите вообще, ну вот у вас есть вот углубление такое ложкоподобное, ноготочек вот так проседает, то это означает как раз-таки явная железодефицитная анемия. Поэтому обязательно заниматься своим здоровьем. Гадалка, вот так. Правда, потому что реально десь тиждень назад здавала кров, і в мене дуже низький гемоглобін, і мені сказали, порадили пити більше заліза. Якщо чесно, одразу хочу зараз відсісти назад, тому що зараз розкриють усі секрети мого організму. Добре, дивіться, ми розібрали зону підборіддя. Чи можемо ми далі розібрати наше обличчя? Там, да, да, ми можемо розбирати. Лобна зона. Тільки не мені, будь ласка. Лобная зона – это у нас проблемы с дыхательными путями могут быть, а также с кишечником. Возможно, в организме есть какая-то вирусная нагрузка. Кстати, у нас же сейчас актуальна тема коронавируса, да, вот эта вот вся история. Поэтому скажу так, в коронавирусной теме болезненнее всего в организме реагируют на вирус волосы. Объясню почему. Волосы – это единственная ячейка в нашем организме, куда наше умное тело отдает в последнюю очередь питательные вещества. То есть если в ваш организм поселяется вирус, организм направляет все силы для того, чтобы с этим вирусом бороться, для того, чтобы его ликвидировать. А уже там все последние какие-то витамины, если они останутся, если останутся эти питательные вещества, то он как бы отдает уже волосы. Поэтому, например, я человек, который переболел ковидом, буквально недавно я была у парикмахера, я не замечала лично, что у меня что-то изменилось. Ну, длинные волосы, там они у меня полжизни длинные, я вроде как хожу, она берет мои волосы и говорит: «Наташа, а где твой хвост?» Я понимаю, что действительно... Ну, то есть я как бы замечала, что у меня как-то они реже стали. То они изменились в объеме, повыпадали? Да, они повыпадали. И теперь, когда берешь вот так прядь волос, да, вот я сейчас продемонстрирую, если подуть на нее феном, то вот здесь будут выпадать волосинки, те, которые уже отросли, молодой подпушек, то есть молодой волос. Но да, поэтому для того, чтобы в коронавирус, когда люди болеют, особенно женщины, то есть женщин поражает... Ну, мы женщины красивые, но как бы мы красивые утром, не накрашенные, мы красивые вечером, всегда. Когда умоемся, да, всегда. И нам важно, чтобы наша кожа оставалась в порядке, и волосы, нам же надо заманивать, в общем-то, женихов, мужей своих будущих. И нужно, чтобы все это было в порядке. Поэтому обязательно в сейчас такое тяжелое время снижайте, пожалуйста, нагрузку питания на организм. Меньше трансжиров, меньше углеводов, в особенности простых. Все вот эти ваши истории телевизионные, хвать-хвать, набегу, здесь конфетка, печенье, здесь что-то там... Ну, какой-то панини, да, вот сейчас модные эти какие-то бутерброды. Девочки, пожалуйста, я обращаюсь реально ко всем и к нашим телезрительницам. Пожалуйста, не поленитесь взять с собой контейнер с едой, положить туда вкусную кашку, положить туда маслице, желательно масло кхи, топленое масло, положите туда белок, это может быть рыба, мясо. И обязательно не забудьте про салаты с большим количеством зелени. Вы думаете, почему турки такие красивые, и мы едем к ним на летний отдых? Так. Потому что турки едят очень много зелени. Так, короче, дуже багато. В отеле вы можете заметить, что там прям таки шведский стол, он ломится от количества тушеных овощей, печеных, свежих, зеленых. Там овощей очень много и очень много зелени. Петрушка, кинза, зеленый лук, лист салата. То есть все это обязательно включать в свой рацион. И тем более сейчас есть... Шикарная, я считаю, шикарная возможность. Господи, наконец-то на огородах у нас уже все росте, и можно воспользоваться этим шансом и порадовать бабушку, которая продает это и зарабатывает себе на жизнь, и порадовать свой организм, скушать что-то вкусное и полезное. Так. Того, я можу навіть сказати, в мене мама раніше, якщо вирощувала там в теплиці
ну, там якісь огірки, помідори, ну, це також непогано, але зараз в неї просто там 50 видів зелені, в неї салати розповідають. Вам очень повезло. І це класно, насправді. Коли ти такий хочеш салат, ти пішов, так нарвав собі. Поэтому уважаємо колектив «Правда» тут. Все быстро організувалися і стали в очередь привезло. На свіжу зелень. Я пропоную взагалі не відкрити свій город на каналу «Правда» тут, це буде набагато дієвішим. Дивіться, ми розібралися з лобчиком так. Нашим. Щічки що нам скажуть? Щоки так могут свидетельствовать, ну тут такая пограничная зона, то есть могут давать и гормоны, может давать щитовидная железа и может давать также кишечник. Для того, чтобы избавиться, ну вообще в принципе от прыщей на лице, в первую очередь нужно не к косметологу идти, а в первую очередь нужно идти к гастроэнтерологу, сдавать анализы, ну или к нутрициологу, сдавать анализы и в первую очередь заниматься своей микробиотой, потому что наш иммунитет, он находится именно вот здесь, у нас в кишечнике, в тонком, прекрасном, длинном и очень полезном для нашего организма. То есть, если у вас синдром дырявого кишечника, если у вас синдром избыточного бактериального роста, если есть паразитоз, если, извините, вы ходите в туалет либо с запорами, либо наоборот, то это все будет отражаться на вашем лице. То есть на нашем лице отражается не только, как долго мы спим и как рано мы просыпаемся, но еще и вот эти вот все истории. Обратите внимание, например, на подростков. Они, ну извините, я очень толерантна к подросткам, но они прыщавые по той причине, что первое, у них гормональная перестройка идет, а второе, что подростков невозможно остановить от того, что они едят чипсы, колбасу, они едят там всякие булки. То есть да, это имеет место быть, мы не можем этого избежать, но мы живем в этом мире, и это так. Но, к сожалению, нужно себя ограничивать. Воспользуйтесь очень хорошим советом, лайфхак даю. Питайтесь по системе 80/20. Вы себе ставите привычку такую, даете аскезу. Я ем 80% полезной еды. То есть в моем рационе 80% полезной еды. 20% это для души, для моего настроения, для моего спокойствия. И вы видите себе баланс. Либо вы едите там раз в неделю эти 20%, но это не говорит о том, что всю субботу я лежу, но там... У меня 20%. Ем чипсы, такая, засыпаю их просто в рот, это мои 20% за неделю. Нет, по чуть-чуть. Захотели конфету? Ну, съешьте вы утром конфету. Но это не значит, что вы должны их пихать и вечером, и в обед, и вдруг осознать, что вы салат так и не съели, а вам салата так и не хочется. Вот эта вот система работает гениально. То есть, но смотрите вокруг, следите за трендами. Вот сегодня, например, Криштиану Роналдо обвалил просто акции Кока-Колы, вот так сев за стол на пресс-конференции, убрал вот так вот Кока-Колу и сказал: «Я пью воду». Но это говорит о том, что человек ведет здоровый образ жизни. Вам, конечно, Кока-Кола может помочь, там, когда вы переели что-то жирненького. Она реально может спасти в этом случае. Но пить ее каждый день, ну, это фу. Ну, так. Ну, фу. А є ще ж різні такі, ну, тенденції, не знаю, можливо, ну, я їх називаю модними, да? От зараз умовно модно не їсти молочку. Да. Чи є якась... Это не модно, это правильно. Це правильно. Правильно? Да, это правильно. Но есть как бы два нюанса. Наш организм перестает воспринимать молочные продукты, когда мы становимся взрослыми. То есть мы же были маленькими, пили мамино молоко, правильно? То есть мы росли поэтому. Точно так же и теленок. Он пьет молоко коровы и растет. Молоко очень-очень богатое на белки, очень богатая, но этот белок не, ну, скажу так простыми словами, он не коннектит с микрофлорой нашего кишечника. Поэтому есть такое понятие, как лактозная непереносимость. Есть анализ, он стоит 350 или 380 гривен, генетический анализ на лактозную непереносимость. Она может быть частичная, например, молоко вы обычное не можете пить, у вас либо жидкий стул начинается, либо прыщи, либо вздутие, либо какие-то истории, вы себя плохо чувствуете. Либо это полная непереносимость, то есть вы не едите и кисломолочные продукты, и молочные продукты. То есть сейчас ну, плюс лактоза вызывает скачки инсулина,
Тобто лактоза – це той же сахар. И, в принципе, ну не нужно грузить свой организм. То есть если, например, мой дедушка, привет. Если мой дедушка всю жизнь смотрел на молоко там и противился, то я в детстве помню, и во взрослом возрасте, я обожаю молоко. То есть я могу сесть, налить себе стакан молока и с удовольствием выпить. Но я этого не делаю, потому что я не хочу рано быть старой, это раз, больной, это два. Навіть так? Просто да. Взагалі знаю бабусю, навіть у мене в селі молоко треба їсти, треба пити. Ну, а скільки у нас дитинство було на молочних кашах? Ну, це ж факт. Ну, дивись, от я просто згадую, що я не любила молоко, але мені казали весь час, що треба їсти, треба пити, і я тільки можу їсти це кисломолочний сир. Дівчатки, ну, у нас, все. Слава Богу, ми в 21 веке живемо, і в 21 году, і у нас все міняється. Угу. Тобто у нас міняються правила питання. Да, я обожала в дитинстві парное молоко з-під корови. Мені от бабушка прям надаєвала сразу його, і я вместе з котом, ми пили, і нам було весело. Но... Гораздо полезнее, например, съесть творог в таком случае. О, фух. Или сметану, если у вас нет никаких реакций организма на это. Это правда, что молочные продукты вызывают отек. Это правда, что молочные продукты вызывают вздутие и расстройство кишечника. Но все это связано с, возвращаемся, лактозной непереносимостью. Угу. То есть если вы понимаете, сдав анализ, что у вас все в порядке, даже не обязательно сдавать анализ. Если вы выпиваете молоко и понимаете, что у вас нет в организме никаких реакций, да господи, пейте на здоровье. Но это молоко просто будет заходить сюда и выходить оттуда. Никакой пользы оно вашему организму не несет. Если у вас есть реакция организма, ну зачем пить? Это то же самое, когда люди пьют кофе и потом бегут в туалет. То есть есть реакция организма. Ты выпил и сразу пошел. Это неправильно. Значит, кофе не подходит. Точно так же, как и молоко. І в мене ще залишилася одна зона, якби. Часто кажуть, якщо прищик виліз на носі, то в тебе хтось закохався. Але з вашої точки зору, що це? Про що це говорить? На носу там може бути просто забитий опор. Серйозно? Да, не обов'язково тут любов або щось ще. Возможно, просто ваше лицо вспотело, немножко припало пылью, там какая-то грязь, или ви грязними руками потрогали. Ну, це реакція кожи. Другое дело, якщо у вас... Например, кожа покрывается либо какими-то сухими красными пятнами, либо вот подкожными угрями, либо прыщи такие большие подкожные. Вот это как раз тот сигнал, когда реально нужно обратить внимание именно на желудочно-кишечный тракт, потому что гастриты, язвы, сибры, расстройство кишечника, все это дает о себе знать. Ну, пока я не начала заниматься изучением этого вопроса, я думала, что... Ну, ради бога, ну прыщи, ну пойди к гинекологу, сейчас можно себе уколоть все, что сгладит кожу, все прекрасно. Нет, это не так. Проблема останется. Даже если ее снять на лице, она вылезет где-то в другом месте. И, к сожалению, кишечник, к счастью, точнее, кишечник – это наша молодость, но, к сожалению, что многие женщины и мужчины не знают этого и не берегут эту молодость, и не берегут иммунитет. И скажу, я так понимаю, у нас мало времени, да? Не-не-не, мы вас слухаем. Почекайте, вибачте, але тут тема поцікава. И скажу, что сейчас модно восстанавливать свой иммунитет. Очень модно. Давайте сейчас коронавирус, мы там витаминочки попьем, там витамин С, цинк, и все у нас будет хорошо. Ребята, для того, чтобы восстановить полностью иммунитет, нужно 6 месяцев минимум. То есть, ого, если вы 6 месяцев до сегодняшнего момента пили пиво, ели рыбу, чипсы и не очень сбалансированно питались, то у вас, если у вас не было закаливания, если у вас не было спорта в жизни, если вы элементарно не гуляете, девочки, после работы хотя бы 40 минут пешком, просто для того, чтобы расслабить голову, насладиться одиночеством и завершить свой внутренний базар в голове, который длится целый день, то вы, собственно, первые участники на заболеть коронавирусом. Ага, наверное. То есть никто из нас не застрахован, как бы, нет такого, что ты не заболеешь коронавирусом. Нет, это неправда. Коронавирусом мы заболеем все. Я, правда, читала одно такое очень интересное исследование, что есть якобы
возможно, в организме некоторых людей какие-то иммунные клетки, и эти люди никогда не заболеют этим вирусом. Но это возможно, это там как бы неподтвержденная гипотеза. Но если вы занимаетесь спортом, ведете здоровый образ жизни, следите за своим питанием и питаетесь 80 на 20 вот этой системой, у вас абсолютно здоровый сон, вы спите 8 часов, вы не просыпаетесь ночью, вы ложитесь в 10, а просыпаетесь там во сколько вам надо, например, в 6-7, неважно, и соблюдаете все циркадные ритмы, да, это звучит очень странно. Для нашей прокинулась в 5. Для нашей повседневной жизни я тоже просыпаюсь в 5, но мне помогает режим. Но если вы не соблюдаете этот режим, то коронавирусная инфекция будет протекать гораздо дольше и гораздо сложнее. И, кстати, вот здесь, если сравнивать коронавирус, ставить, точнее, в сравнение коронавирус и молочные продукты, то молочные продукты вызывают в организме всплеск гистамина. Гистамин — это маркер аллергии, то есть организм заслизивается, и это влияет на бронхи. Как только инфекция попадает в наш организм, у нас моментально идет осложнение на легкие. Я не доктор, опять-таки, у меня нет научной степени докторской, но я однозначно могу сказать, что и любой доктор подтвердит, что здоровий образ жизни рішає реально 50% проблем. Хотіла ще уточнити, дівчатка люблять балувати себе різними вітамінами і БАДами. Угу. Начиталась, порадилась з подругою, щось там самі діагностували, блогі, ага, там. І пішли, накупили цих БАДів і приймають. Наскільки це ефективно і чи дійсно можна самому ось так приймати такі рішення? Ні, ні в якому випадку не можна. Ви ж не приймаєте рішення, наприклад, пити якусь. Ну, хотя, ради бога, я сама задала себе вопрос, на него ответила. Ну, у нас люди просто некоторые сумасшедшие. Как бы я хотела сказать о том, что мы же не принимаем решение, принимать нам антибиотик вот просто так или не принимать. Но есть такие люди, которые чихнули и решили принять антибиотик. Поэтому в этом случае, ну, реально, не поленитесь сходить к специалисту, к нутрициологу. Элементарно, сами не поленитесь сдать базовый анализ. Базовый анализ — это у нас какие? Анализ на витамин D — раз, биохимический анализ крови — два, анализ на железодефицитную анемию — это три, и анализы на гормоны женщинам и мужчинам раз в полгода — это обязательно 4. И проверить щитовидку — 5. Вот как только у вас есть вот эта пятерочка, вы тогда идете к нутрициологу, вы идете к доктору. Если не знаете, что сдавать, можете пойти к своему семейному врачу и сказать: вот я бы хотела пропить витамины. Ну вот мне интересно, какие нужно сдать анализы. И если семейный доктор профессионал своего дела, то он, естественно, вам пропишет анализы, вы пойдете в лабораторию и закроют ваши все вопросы. Противопоказано пить даже те же БАДы, потому что они имеют хорошие дозировки, дневные нормы для вашего организма. И если, ну и в то же время, ну, на примере объясню, да, там БАД витамин D3, он имеет дозировку, ну самую такую стандартную, 5000 международных единиц — это дневная норма. Есть люди, которые находятся в жестком дефиците витамина D, им не подходит таблетка в 5000 единиц. Эту дозу нужно увеличивать. Как ее увеличивать, решает либо нутрициолог, либо доктор. То есть либо это там 2-3 таблетки. Есть такие ситуации, когда нужно принять ударную дозу витамина D, например, 20 тысяч международных единиц. А есть такие витамины вот в аптеке, да? Ой, дайте мне витамин D, я хочу пропить. А там, например, ну, дозировка там 100 международных единиц. Ну, это мизер. От того, что вы, ну, вы просто как бы пьете и ходите в туалет. Самовнушение. Да, нигде это не задерживается. Поэтому для того, чтобы восполнить свой организм, ну, мало смотреть блогеров. Нужно еще взять пост блогера, пойти к врачу и сказать: вот, посмотрите, пожалуйста, а вот это правильно? А вот я могу так делать, а вот гляньте мої аналізи. Тобто тільки в такому случае. І може ж бути як недостача вітаміну, так і... Так, і переізбиток, звісно. Угу. І ті вітамінні комплекси, наприклад, які модно приймати, обов'язково ми дивимося состав, і цей состав показуємо доктору або нутриціологу, для того, щоб зрозуміти, в якому кількості знаходиться той чи інший вітамін. Потому что какой-то у нас может быть в переизбытке в нашем организме, а какой-то в недостатке. А тогда вот эти вот поливитамины, они не компенсируют то, что у нас есть и то, что нам нужно. И нам нужно пить что-то более конкретное.
Вау, що чесно, я зараз взагалі, я стільки інформації ніколи в житті не отримувала, і ви зараз зруйнували безліч моїх міфів. Номер карти я дам, заплатите за консультацію. І зараз, знаєте, одразу захотілося перейти на рекламу. Але ми просто хочемо ще раз вам подякувати, тому що це дійсно дієво. Думаю, наші глядачки, особливо глядачки, зараз собі все занотували. А якщо ви, до речі... Будьте здорові, правда, будьте здорові. Обращайте внимание не только на свою внешность, но и на свое здоровье, потому что это очень важно. Тем более сейчас, на июнь месяц 2021 год. Слухай, я тебе хотіла перебити. Маю ще одне запитання. А, ну давай. З можливістю. Так. Мені розказувала подружка, що десь можна здати якийсь аналіз, такий загальний, і він показує, що твоєму організму, які продукти, ну, не підходять. Да, есть такой анализ, это генетическое исследование вашего микробиома кишечника, но этот анализ действителен только полгода. Каждые полгода, ну там, опять-таки, в зависимости от организма, каждые 3-6 месяцев в нашем кишечнике полностью меняется микробиота. Вот полностью наше там население, вот соседи наши, они полностью меняются. Поэтому если вы хотите сдать тест за там 9-12 тысяч гривен, он, по-моему, стоит. Ого! Нет, уже не хочу. Вообще без проблем. Это ваше право. Я отговаривать не стану. Да, по этому анализу вы можете определить, какие у вас есть аллергены, какие вам продукты, например, нельзя по вашему генетическому коду, не воспринимает их организм, но через полгода вам нужно его пересдать. Ого. У мене питань ще багато. Але у нас ефір, на жаль, дуже великий. Але ми сподіваємося, що якщо ця тема буде актуальною, ви якось зреагуєте на нашому YouTube-каналі, телеканалу «Правда тут». І ми обов'язково ще раз запросимо нашу прекрасну гостю Наталю Дубових до нашої студії, поговоримо про інші питання, що вас цікавлять. Ну що ж, ми сьогодні про нерухомість говорили, про красу говорили, про сезонні овочі говорили, та ще й поспівали, і все це на нашому YouTube-каналі «Правда тут». Якщо вам подобається відео, обов'язково натискайте свої вподобайки, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Ну і, звичайно, якщо воно вам сподобалось, поширюйте у своїх соцмережах, тому що нам буде, ну, дуже приємно.